Сразу несколько серьезных ДТП произошло в республике минувшим вечером. Сейчас в их причинах разбираются следователи. Лишь по счастливой случайности этот автобус не перевернулся в кювет. Пытаясь обогнать впереди идущий трактор, водитель пассажирского ПАЗа перестроился на левую полосу. Но из-за колеи колеса повело навстречку. Обгонял, и меня на колее, не знаю, что там, в общем, меня стало выносить на встречную. Чтобы на встречку не выйти, я вывернул вправо руль. Вот, оказался столб врезался. Из-за сильного удара столб накренился и замкнул контактную сеть. На 40 минут по Московскому проспекту было парализовано движение троллейбусов. В результате ДТП пострадали 5 пассажиров. Все они были доставлены в больницу. В Канашском районе невнимательность водителя привела к 3 человеческим жертвам. Следователи установили, что владелец ВАЗа 7-й модели, справившись с управлением на заснеженной трассе, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. От сильного удара легковушку откинуло на проезжающие мимо иномарки. Последствия аварии плачевные. Погибли водитель и 2 пассажира семерки. Дмитрий Ковалев, Дарина Игнатьева, Республика.